Дезинфекционные работы проводятся и в парках. И в одном из них находится наш корреспондент Шамистан Мамедов. Здравствуйте, Шамистан. Расскажите, что вы наблюдаете? Здравствуйте, коллеги! Масштабные мероприятия по предотвращению распространения коронавируса на территории Азербайджана продолжаются. Сейчас систематично проводится дезинфекция в столичных парках, а также на улицах столицы. Как вы видите, сейчас специальным антибактериальным средством дезинфицируется этот парк. Это средство рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения. В первую очередь дезинфицируют, обеззараживают скамейки, также поручни, даже дорожные указатели. В первую очередь вовлечено более 100 сотрудников коммунальных служб. Эти работы проводятся два раза в день в парках, а также в жилых домах. Как вы видите, приобретены специальные приборы, которые позволяют более эффективно обеззараживать вот эти места скопления людей. Но все же, мы опять же подчеркиваем, предпринимается все необходимое для минимизации угрозы распространения вируса, однако наш призыв к жителям не покидать свои дома и придерживаться режима карантина. Асли, у меня на этом все. Спасибо, Шамистан. Я напомню, на связь со студией выходил наш корреспондент Шамистан Мамедов.